сегодня на Mercedes Fashion Week только прекрасные гости. Я повстречал двух прекрасных дам. Я очарован. Просто хочу узнать, кто вы, чем занимаетесь, как сюда попали. Я Татьяна Феоктистова, руководитель пиар-направления компании Vitachi, которой, кстати, в этом году исполняется 10 лет со дня приезда на рынок России. Вот. Компания занимается ведущими такими брендовыми линиями обуви, аксессуаров, ну и одежды. Здравствуйте, Наталья Хоменкова, руководитель маркетинговой службы компании Vitachi. Очень приятно. Расскажите ваши впечатления о показе. Вы тоже эксперты моды. Расскажите, что вы почувствовали, как вы ощутили эти показы, ваши впечатления. Давайте все-таки не забывать, что Counterfashion — это все-таки такой провокационный проект в области авангардной моды. И мне кажется, что с этой задачей шоу абсолютно справилось на все 100%. Наташ, как ты считаешь? Согласна полностью. И, конечно, молодые дизайнеры, которые не зажаты никакими рамками моды, представили совершенно потрясающие коллекции. Свежие, стильные, сексуальные. Все было очень красиво и чудесно. Мне кажется, что вот такие ребята, которых мы сегодня видели на подиуме и за подиумом, которые создали эту коллекцию, вот они являются застрельщиками моды. И, наверное, мы говорим о том, что это мода будущего, которую сегодня, прям буквально сегодня представили. То есть вы считаете, что данные показы очень влияют на будущее моды и на игроков модного рынка? Я даже скажу вам больше, я не исключаю, что это может даже повлиять и на деятельность нашей компании Vitachi, ведь мы сюда пришли не просто так, но, во-первых, по приглашению организаторов этого шоу, и пришли мы для того, чтобы посмотреть, во-первых, тенденции современные, модные, молодые, потому что мы сами уже за 10 лет присутствия на рынке сами превратились, в общем-то, в бренд. Вот, и мы, соответственно, должны понимать, каким образом вписываться мягко, красиво и профессионально в общие направления тренда в фэшн-индустрии и с кем, собственно говоря, держать путь дальше. Поэтому я сегодня на показе краем глаза видела, что Наталья записывает какие-то, сделает какие-то пометки. И я не исключаю возможности, что очень скоро компания Vitachi сделает предложение кому-то из участников сегодняшнего показа. Может быть, это будет какие-то возможные совместные показы, а может быть, дальше компания пойдет дальше и сделает некие совместные линейки. Потому что каждый раз, когда мы присутствуем, компания наша присутствует на неделях моды, будь то Париж, Нью-Йорк или Россия, собственно говоря, мы отвечаем для себя на вопрос, с кем идти, как двигаться и как соответствовать. Поэтому я не исключаю, что это будут очень серьезные перспективные творческие проекты совместные с молодыми дизайнерами, за которыми, конечно, будущее. Пока мы оставим чуть-чуть в тайне, кому вы сделаете предложение и с кем будете сотрудничать. Я уверен, что молодые дизайнеры, они обязательно смотрят это интервью и мотают на ус то, что вы сказали. Они вас запомнили, я уверен, они вас найдут. Скажите, пожалуйста, каким вы видите ваш бренд в свете моды? Основная фишка вашего бренда, каким вы видите вашего покупателя? То есть это человек, который где-то здесь ходит, я думаю. Наташ, ну это прежде всего к тебе. Ты по маркетингу главный спец. Ну, конечно, это молодой покупатель, модный, стильный, который чувствует, куда ему идти, как идти. На неделю моды. Однозначно, однозначно. И с кем идти. То есть Vitachi всегда с вами. Очень приятно с вами познакомиться. Я вас приметил еще на местах VIP. Теперь я понимаю, почему вы там сидели, что вы непростые люди. Я очень желаю вам большого успеха. И я думаю, что и неделя моды вам принесет определенные плоды, и вы принесете определенные плоды недели моды. Спасибо, Counterfashion, за то, что пригласили. Спасибо.